Ну, еще два слова, потому что я хочу, чтобы это закрепилось в сознании. Да здравствует Ирина Исаева. Ирина, полное название Ирина Сергеевна. Значит, итак, получилось два великих открытия, которые я соединяю в одну кучу. Итак, Исаева, которую дочку величайшего садовода, академика Исаева, на ее родине Мичуринске отказались принять диссертацию, защитить. Защищала она в Сибирске. Ну, уже понятно, по какому принципу. Вот. Есть где-то умные люди. И вот получилось, смотрите. Ее вывод, со словами этого, ну, я ему доверяю, это Курдюмов. Со слов Курдюмова, он говорил, я записывал. Селекция яблони на килограмм не увеличит продуктивность. А, господа, может, прекратим мы этим заниматься? Это одна половина нового мирового открытия. Вот она, как я после этого люблю, я ведь просто не знал. Вот я смотрю, думаю, господи, ну есть же умные люди, а? А то в науке. Ну какая она ученая? Она наблюдала. Вот. И, наконец, я, а это в моем архиве, и это давным много лет назад, и вы про это уже знали, да, много лет назад. Невозможно, заметьте, получить урожай за все годы больше, чем заложен в программе развития дерева. Напоминаю то, что там селекция не помогает, ничего не сделает. А здесь то, что заложено, это две половины троединого теории. А третья теория, третья треть издевательства над организмом, и попытка дерева не спастись, дать семена для продления рода, навели южных садоводов, у которых деревья сразу не умирали, мысли, что им все можно. Это еще нет. Вот это третье сейчас, вот это. Любое искусственное вмешательство в жизнь дерева уменьшает суммарный результат. Это значит, что все, что вы видели, я не зря повторил. Это момент, это вы понимаете, вы присутствуете при мировом открытии. Вот это один из сотни приемов диких, глупых, ненужных, идиотских, даже так не поленюсь, хотя обещал мне произнести таких слов. Вот этого нельзя делать, нельзя делать. И таких приемов множество. Ничего это не дает. И вот все это триединое, когда поймут, чем надо заниматься, вот, и чем не надо. Ну, чем надо, я уже говорю. Переходите на электрическую мобилизацию. Она позволяет извлечь из генотипа, сложившегося за миллионы лет, все лучшее, что там есть для нас. Миллиарды страниц публикаций. Как уничтожить это дерево? Вы представляете? И оно неправильно. А помните, я вам говорил? Вот. Значит, чтобы меня больше не... Это еще раз, опять, железо сам режет, другим не дает. Итак, обрезка допускается. Вынужденная обрезка при посадке укорачивается по железу. Омолаживающая без ран на кольцо. Санитарная без ран на кольцо. При заготовке черенков без ран на кольцо. Все. И чтобы меня больше мордой не тыкали, потому что все-таки я сейчас не последний человек. Если вы где-то сказали, что это вот так вот вы не выдумали, а как извратили все, что я говорю, это вредит не только это мне, понятно, что какой авторитет, я же идиот, но и тем сотням тысяч просмотров, которые верят, что это так и есть. И опять обрезка на кольцо, обрезка на кольцо. Вот обрезка, вот смотрите. Я отличаюсь не тем, что я не только сказал, я доказал. Вот это вот корневой отводок. Так. Он имеет мамку. И он питался от мамки. Вот ты вырос такой. А я его решил продать. Я корневой отводки не выращиваю. Из косточки не вырастил ни одно. Только иногда, не иногда, а там тут несколько, я вам показывал фильмы, они сейчас у меня есть. Вот. Выкапываешь, и только тогда отрубается пуповина от мамы. Все, вот эти корни не выкормят это. Это мама кормила. Понимаете?
И тогда, чтобы это вот балансировать, я оставляю вот столечко, и вот этот сажень, а вот этот посадите без обрезки. Допустим, это два разных, этот и этот. Вот. Ну, я прошу ученых, да сделайте вы, не надо уже тысячи, 100 и 100. Посадите 100 с обрезками, ну посмотрите, что будет. Ну я-то за свою жизнь 30 тысяч саженцев вырастил. У меня есть такое право говорить. Есть те, кто может в одной капле воды вселенную все разглядеть. А тут талдычит одно и то же, талдычит одно и то же. Постулат Железова. Массовые посадки саженцев без сбалансирующей с корнями обрезки, массовая инвалидность пересаженных саженцев. И одна из причин садовой пустыни в России. Вся Россия вот так вот садит. Никто сейчас, кроме вот этого узкого круга, нас с вами. И сейчас не знает, что нельзя так садить, нельзя. Сразу внутри, часть, может быть, он не весь погибнет, верхняя половина погибнет. Может, он весь погибнет. Может, он на следующий год покроется, расти не будет, нет. Ну, какими-то листиками покроется, но за корни отрастит. Какими-то листиками. Ну, только их будет в 2 раза меньше, чем вот сегодня вы. То есть, годом спустя, а их будет еще меньше площадь листьев. Вот, это лучший случай. И самое страшное, он внутри начинает загнивать с первого, вот с этого момента. Если вот так не сделать, вот так, вот этих, здесь хотя бы худо-бедно, хватит выкормить вот это вот. И будет развиваться одновременно и корни, и крона. А вот здесь вот, черта два, уже внутри древесина загнивает. Все, с этого момента, вот так посади, инвалид. И вот тысяча, тысяча инвалидов, миллион, миллион инвалидов. 100 миллионов, страна, у нас 23 миллиона участков дальше. 100 миллионов, 100 миллионов инвалидов. Когда-то это надо прекращать-то. Это, знаете, недавно кто-то мне прислал, говорю, кто-то из друзей, мне 20 человек присылают регулярно, я посмотрел, думаю, ёп. Ой, я уже не стал все полностью, я не хочу позорить того, кто это сам. Вот вы понимаете, вот человек нашел причину, почему у него кора славится. Он, это деревья болеет, это все, и теперь давай лечить. Вот это все он взялся лечить. Он что не видит, смотрите, друзья. Что он не видит? Посмотрите, он вот это же явно душа, вот это. Что он не видит? Он раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, а может быть 100 веток отрезал. А потом отслаивается кора. А как же она будет не отслаиваться, а? Вот человек взял вот такое вот, и это стонет, сейчас будем лечить. Да ты ветки-то не отрезай, ты зачем? Ты же завесил дерево. Ну. И каждому приглянуться, и раны, 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 раны. Ну, что, не видно, что вот это вот он отрезал, левый верхний. Ну, давайте еще. Ну, как тебе это объяснить-то? Ну, ты это, не морочь людям голову. Ведь ты же делаешь не просто фильм, ты учебный фильм делаешь. Ну, ты предварительно прекратил вот здесь снабжение. Искали, вот здесь снабжение прекратил. Тут еще, может, с той стороны мы не все видим. И, наконец, оно загнило. Из-за твоих рук, из-за твоих пилы и секатора. Чего ты сейчас начинаешь стонать-то? Вы скажете, нет, может, он сухие ветки отрезал, а они, может быть, уже хорошо. А здесь-то какие сухие? Вот здесь вот. Вот этот вот. Который вот в данный момент, вот он, справа внизу, вот этот. Где вы видели сухие ветки? Ну, просто дерево скорее. Вот так вот мы и живем. Помните? Как же это самое, как бы мы жили, если папа не пил? Где бы мы брали тару, чтобы сдать и купить хлеба? Это вот горький анекдот про вас. Как же не скорее дерево, потом поговорить будет нечего.